Добрый день, компания. Приветствует вас. Вот к вам пришел вариатор класс Elixion. Будем делать. Рвет ремни, вибрация. Это уже признаки. Хочу сказать сразу. Вот плита упорная, корона, которая одевается сверху. Вот она и ходит легко уже. Все. Эта часть ремонтируется отдельно. Поэтому учитывайте, ну, чтобы ремонт вариатора — это одна цена, корона уже другая. Выработка идет, она должна ходить туго и заходить, чпок. А здесь он, видите, ходит легко. Да, ну, масленки мы меняем, одной нету, все будет новенькое, поэтому все как надо. Балансируем, делаем как надо. Гарантия дается. Также, кто любит что-то новое, есть такие, производим же новые Elixion'ы. Также есть в продаже у нас оригиналы. Тоже новые, так что все есть. Ну, дешевле, конечно, отремонтировать, и будут работать не хуже нового. То, что мы делаем размеры под стандарт. Вы даже отработали сезон. Разобрали его в середине, полимерные детали поменяли, собрали, и он будет работать дальше. Для долговечности, смотря сколько вы там работаете, желательно, если люди и пару раз меняют полимерные детали в середине, в сам сезон. Так вот, так что все от вас зависит, как будете следить. Также каждое утро желательно, конечно, его смазывать. Для этого масленки есть, не просто так. И будут у вас работать. Ого, поэтому как будет готов, покажу. Так вот, и готовый вариатор Elixion. Проблемы всегда есть, комбайнер знает, сзади вот там очень сильно вот это все дело выедается, и нема размера как должен быть. Из-за этого люфты, ремень, все это дело, и происходят все проблемы. Поэтому все тут делается, в середине вся делается. Тут тоже выработка с подремня в середине, под шпунку все делается. И я вам показывал, не помню, как оно легко двигалось, он сейчас как этот поршень работает. Плотненько заходит. Слышно будет? Все плотненько, все как должно работаться, как надо. Вот, также вот делаем гуры МТЗ-50, вот это гур. Тут идет, есть такая блокировка, но ее нету. Если надо, мы ставим на 50, не каждый хочет. Шаки делаем, вот НША на 100. Также вот это у нас НША 100, круглый, левый. Все как надо, как новенький, заводского. Гарантия работает нормально. Цена вас порадует. Поэтому обращайтесь, звоните,